Что бы вы сказали людям, которые сказали бы вот нам бы такого президента? Забирайте. Возьмите его, пожалуйста. Да пусть возьмут. Мы его с удовольствием отдадим. Пусть они его забирают. Его никто держать здесь не это. Он никому здесь не нужен. Хватит. Хватит. Я бы их пригласил в Беларусь на пару лет, чтобы они пожили, поработали, как большинство, за 500 рублей. Или снимали бы квартиру еще за 300, из этих 500 давали бы 300 рублей за съемную квартиру, я бы посмотрел, как ему понравилось все это. Либо когда они стояли в очереди в какой-нибудь магазин, их бы паковал ОМОН. После этого я бы спросил, нравится ли вам или нет. Судебная власть не работает совершенно, от слова совсем. Вас становится на ногу, смотрят в лицо и говорят, что на ногу мы вам не наступали. Вот так и работает все. Власть должна быть сменяема, это в первую очередь. Если власть не сменяема, то у нас нет демократии. Мне бы хотелось жить при демократии. Знаете, как бы я не буду говорить, где я работаю, но это связано именно с налогами. Наши все заводы, наши все предприятия в глубокой-глубокой яме. Ну, я, допустим, я не скрываю, что работаю на тракторном заводе, на МТЗ. То есть от подразделения к подразделению. Чем выше к руководству, тем больше настроены за действующую власть. Чем ниже, простые работяги, 99% все настроены против. Все настроены идти голосовать. Кто за Светлану Тихановскую, кто просто против всех. Мне не нравится, что мы стали очень сильно отставать от внешнего мира. И мне кажется, эта разница уже настолько огромна, что если мы сейчас что-то не изменим, то мы потом, к сожалению, уже ничего не сможем изменить. Я думаю, что Беларусь, победившая во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, может жить так же, как Европа. Почему нет? А чему она так не живет, на вашу думку? Потому что умные, талантливые, образованные люди не хотят работать с текущей властью. Они умеют, они знают, они готовы. И, к большому сожалению, они уезжают из этой страны. Я думаю, что очень многие люди захотят вернуться, если в стране произойдут перемены. Хочется честных выборов. И в целом, я понимаю, что честных выборов не будет, но я хочу просто показать то, что я есть, и я против всей этой системы. Пора человеку отдать пост, и как бы мы хотим, чтобы у нас был уже давно другой президент. Потому что, ну, сколько можно унижать свой народ? Скажите, сколько? 26 лет? Ну. Показать, что, ну, действительно, нас много. В нас, в людях, в огромная сила. И показать, что, ну, действительно, что сегодня нас, допустим, 25 уже говорят там тысяч, может, 30, да, завтра выйдет миллион. То есть, ну, что власть видела, что, ну, с нами просто так, этими автозаками, там, дубинками с нами не поспоришь.